proqramı xəbərlər studiyi Lala Poladova и коротко главным. Сегодня дети 199-го садика отмечают праздник выпускной. Как дети и родители поблагодарили сотрудников детского сада. Все внимание на экран. Заслуги ваши велики, педагогам помогли растить, воспитывать детей. Спасибо, методисты, а детей. Скажем няне мы спасибо за заботу и уют. И за то, что это время посвящало на свой труд. Спасибо вам из руководства за ваши песни, что танцевали с нами вместе, что музыка всех наших дней звучала с вами веселей. Воспитатели и няни, медсестры, поварам, методисту за холзу говорит спасибо вам. Что придут сюда за нами следом, а у нас придет за этим летом. Время ранцев и карандаши не забыть, наверное, никогда. Заведующая наша дорогая, вы за эти годы нам стали как родная. Мы с теплом сердечным вам спасибо говорим и от всех детей вас благодарим. Всех моих друзей, моих подружек на асфальте мел и солнце в луже. Это наш повара, трудится с 6 утра. Дорогие повара, взрослые детвора, вам спасибо говорят, от души благодарят. Сегодня на прощание всем спасибо говорим, поварам, врачам и няням, воспитателям. Мы благодарим, не спасибо говорим. Всем спасибо, всем спасибо, всем спасибо говорим. В нашем городе родном.
папой вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Спасибо на прощание, от души мы говорим. Мы уходим, до свидания, всем за все благодарим. Наши, благодарю всех детей. Каждый день заботы ваши. Этот садик только краше. Этот садик все светлей. Навсегда унесем. Спасибо большое. Спасибо за все. Желаем любви вам и счастья, высоких идей и зарплат, все будущее вашей власти. Да здравствует наш детский сад! Родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Взрослых мы благодарим, им спасибо говорим. Всем спасибо, всем спасибо. Всем спасибо, говорим. Весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Тебе сегодня детский сад. Спасибо, говорим. И всех работников твоих 100 раз благодарим. Продолжение программы смотрите «Парад профессий». А как извиваются события, вновь покажет время.